Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы мечтаете, чтобы кошка больше не спала на вашей кровати или в шкафу с вещами? Хотите, чтобы она спала в специально отведенном для этого месте? У нас для вас есть решение. Вы вздохнете спокойно, а ваша кошка будет рада новому подарку. В этом выпуске мы расскажем, как сделать гамак для кошки своими руками. Кошки – животные, которые обожают расслабляться и дремать. Именно поэтому мест для сна в доме у них может быть несколько. Если вы хотите, чтобы ваша кошка спала исключительно в отведенных для этого местах, вам необходимо сделать их максимально комфортными и приятными для вашей любимицы. Одним из лучших решений для спального места кошки является кошачий гамак. Его преимущество заключается в том, что он мягкий и может подстроиться под форму тела питомца. Плюс его можно сделать своими руками. Как? Сейчас расскажем. Представляем вам пошаговую инструкцию по созданию гамака для кошки из подручных средств. Прежде всего, определитесь с местом, где будет находиться гамак. Наиболее удобными местами для его расположения станут ножки высокого деревянного стула или журнального столика. Такой гамак не требует отдельного места и сможет идеально вписаться в любой интерьер. Выберите материал для каркаса гамака, учитывая размеры и вес питомца. Лучше всего в качестве материала подойдут толстые длинные веревки, канаты, цепи и ленты с креплениями. Возьмите материал для каркаса гамака, в нашем случае плотную толстую длинную веревку, и начните соединять с помощью нее противоположно стоящие ножки стула круговыми движениями. Натягивайте канат со средней силой. Гамак должен прогибаться, но не ломаться, когда кошка садится на него. Обязательно обматывайте каждую ножку по несколько раз. Закрепите концы веревок крепким узлом, скотчем, хозяйственным клеем или подогнутыми гвоздями. После создания основы для гамака вставьте подушку или мягкую ткань между веревочными линиями. Сверху также постелите мягкую ткань или плед. Не забудьте положить в гамак любимые игрушки кошки и лакомства. Это привлечет внимание питомца и закрепит у него положительную ассоциацию с гамаком. Итак, наш кошачий гамак готов. Надеюсь, моей кошке он понравится. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!